Что за? Воу, эй, воу, убирайтесь отсюда! Привет, Люси. Привет, пап! Только не говори, что ты забыл, что это за день. Что? День отца! День отца! День отца! Постой, уже? Да, это он! Знаю, не стоило ждать многого от твоего жалкого человеческого мозга, но все же... Яйца. Дэйв? Нет, да, точно не забыл. Я же хороший ответственный отец. Дэйв. Не облажайся. Оу, хей, ты могла бы не появляться в доме? Соседи жалуются на демонические... звуки. Эй, малыш. С днем отца, пап. У меня для тебя подарок. Это мило. И что мы будем делать в этот особенный день? Мы пойдем в парк? Я хочу мороженое! Вообще, малыш, папе сегодня надо на работу. У нас всю неделю проблемы с серверами. Я увижу, где ты работаешь! Вообще, я думал нанять тебе сиделку. Но мама сказала, что мы проведем этот день вместе. Знаю, понимаешь, я люблю тебя, я бы взял тебя. Но думаю, ты будешь слишком гиперактивна для офиса. Дэйв младший? Пожалуйста! Я хочу посмотреть, где ты работаешь! Мама показывала мне свою работу! Ну, мама королева ада, малыш! Поверь, IT-отдела близко не так крут. Для меня он крут! Боже, помоги! Ладно, пошли. Класс! Идеально! Боже, что же мне делать? Я не знаю, может ли Тина контролировать свои силы? Если отведу от нее глаз хоть на секунду, она откроет портал или поджжет кого-нибудь. Стоп, о чем это я? Она не дракон, Дэйв. Соберись. Пап, пап! Я практиковала свое огненное дыхание. Хочешь посмотреть? Сатина! Нет! Тина, послушай, тебе нельзя использовать ни одну из своих демонических способностей в офисе. Хорошо? Это значит никакого огненного дыхания, порталов, проклятий и ничего в этом роде. Или других родах. Ладно. Ну, вот и он. Ты работаешь здесь? Это так классно! Ты так говоришь, потому что тебя все удивляет. Но спасибо. Что они делают? Отвечают на звонки, малыш. Когда у людей проблемы с компьютерами, они звонят нам, а мы решаем их. Это как терапия, но с компьютерами. И отсутствием эмоционального удовлетворения. Ха. Похоже, все пялятся на нас. Какого цвета радуга? Боже, Сатина, ты голая! Что такое голая? Чел, похоже, Дэйв привел собаку на работу. Что ж, могло быть хуже.
А теперь, давай вернемся, пока. А, Дэвид! Опоздал, не причесан и проживаешь очередную пятницу. Во вторник, как понимаю. О боже, сэр, извините. Это футболка иронии, клянусь. Пьянство серьезная проблема в Америке. И где же твоя неиронично прописанная в дресс-коде рубашка? Могу поинтересоваться? О-хо-хо, а это кто? О, это моя дочь, Тина. Тина, это ее полное имя. Моя плоть и кровь. Люблю плоть и кровь. Ты пытался мазать ее солнцезащитным кремом? Ого, ну, в любом случае, поздравляю тебя с ребенком. Я всегда считал тебя в офисе тем, кто, скорее всего, умрет в одиночестве. Но хей! Что мне знать? Теперь возвращайся к работе. Дэйв! Наш чел! Полностью согласен с твоей футболкой, бро. С пивом к успеху! Я пиздец, как люблю пиво! Можно я возьму рубашку назад, Тина? Отличненько! Мы побудем в этой крутой комнате, где темно, и никто не будет нас то есть беспокоить нас. Будет здорово, а? Что насчет него? Оу, это просто Мелвин. Он приходит сюда поспать? Он не в счет. Что это за маленькие здания? Там живут маленькие люди? Не совсем. Это серверы. Эти специфические структуры называют клиент серверной моделью. Одно общее вычисление распределяется между несколькими процессорами или устройствами. Серверы предоставляют различные возможности часто зовущимися сервисами, такие как передача данных, ресурсов. В разных сетях. Сатина? Тина, куда ты ушла? Иисус милосердный, все горит! Сатина! Что ты наделала? Это была случайность, клянусь! Как ты? Случайно! Подожгла! Что-то! Я еще плохала в огненном дыхании! Я сильно облажался. Может, я могу помочь? О, нет. Не делай ничего. Знал же, что тебя нельзя приводить. Чем я думал? Это был билет в один конец к увольнению с самого начала. Я потеряю квартиру. Я не могу вернуться в мотель. Мне придется жить в аду и никогда не видеть ни свет, ни кого-то, кого я люблю. Либо я могу остаться с Люси вместо дома родителей. Это Дэйв? Дэвид! Я не знаю, какого черта ты там натворил. Но тебе лучше подняться в мой офис сию секунду. Конечно, сэр. Что не так с этой музыкой? Звучит как музыка, которую играют в чистилище. Что происходит? Это розыгрыш? Дэвид. Дэвид, мой мальчик. Поздравляю. Я не знал, что у нас есть технический гений в нашем штате. Позвольте ваше внимание. Дэйв переадресовал все наши мощности на единственный модем и ускорил наши серверы в 2 раза. Благодаря ему падение серверов будут пережитком прошлого. Ты герой, Дэйв. Люблю тебя, Дэйв. Что? Я не герой. Он такой скромный. Послушай, Дэвид.
Почему бы тебе не отдохнуть остаток дня? Ну же, ты и так уже сделал много работы за сегодня. Я знаю, ты хочешь провести день с твоей милой маленькой дочкой. Но, сэр, я правда думаю... То есть, звучит здорово. Спасибо, сэр. Ты же не причастна к тому, что там произошло, не так ли? Ага, ничего толком и не делала. Я просто использовала то, что не сгорел. Это была ты? Так ты слушала? Это замечательно! Я так тобой горжусь! У тебя на работе весело. Думаешь, я смогу работать там в будущем? Ну, думаю, подождем, увидим. Но что именно ты сделала с сервером, чтобы он так хорошо работал? Некромантия! Я практиковалась! Special thanks to all of our 200 plus patrons, especially John Sinclair, James Kelly, Midget Idiots, Victor Murillo, Spencer Lewis, Marcus Roberts, Nerio, Espirit Decor, Scout, Angel Benuelos, Virgil Bartoli, Photo Negative Mickey, and Raptor. You guys rock, and we couldn't have done this without you. Thank you so much. See you next episode.